Друзья, сегодня мы расскажем вам, что такое МПО. МПО расшифровывается как Международное потребительское общество. Потребительское общество – это объединение людей, то есть кооператив, где каждый действует во благо друг друга и преследует общую цель. Потребительское общество осуществляет свою деятельность на основе принятых взносов. Каждый может внести вклад не только деньгами или имуществом, но и трудом, умениями, знаниями, либо ремеслом. Все активы общества используются на общие цели, установленные целевой потребительской программой. Какие же цели нашего потребительского общества? Самое главное – это здоровье. Как можно больше людей должны быть здоровыми. Здоровыми – значит счастливыми. Наш девиз – наилучшее за наименьшее. И только вместе мы сможем сделать этот мир лучше. А как мы можем помочь людям быть всегда здоровыми? Это вы сможете увидеть в наших следующих публикациях.